Жилье в Нефтеюганске. Квартира для пайщика ЖК «Бествей» Валерия Глотова. Я очень доволен приобретением данной квартиры через жилищный кооператив «Бествей». Бизнес онлайн, дистанционное обучение LS3 для директоров Life is Good и трансляция совещания руководства холдинга. Вы смотрите Life is Good News. Мы начинаем. Жилищная история из Нефтеюганска, Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Пайщик ЖК «Бествей» Валерий Глотов справил новоселье в просторной однокомнатной квартире общей площадью 43 квадратных метра. О покупке недвижимости на выгодных условиях через кооператив Валерий узнал от своей мамы. Я очень доволен приобретением данной квартиры через жилищный кооператив «Бествей». Любой среднестатистический человек с любым доходом, то есть может без каких-либо проблем вступить и начать сотрудничать с ЖК «Бествей». Перспективы вижу большие для приобретения всем жилья на самых выгодных условиях. Жилищный кооператив идет всем навстречу. Проблем не бывает. В регионе ведется активная работа по продвижению ЖК «Бествей». Являясь надежным и доступным способом покупки недвижимости, программа жилищной кооперации находит все большую поддержку среди разных слоев населения. Жилищный кооператив «Бествей» – это социально значимый проект, благодаря которому любой человек любого возраста со средним достатком имеет возможность решить свой жилищный вопрос. У нас в городе приобретена квартира для пайщицы, которой исполнилось уже 70 лет. И есть молодая семья, которой пенсионный фонд перечислил материнский капитал как первоначальный взнос. С 6 по 8 июля в рамках бизнес-курса LS3 проходило дистанционное обучение с участием официального партнера холдинга Андреаса Винца. В таком уникальном формате образовательный процесс был организован впервые в истории компании. Слушателями курса стали директора Life is Good. Обучающий контент они получали непосредственно в личные кабинеты. 9 июля состоялось первое с момента смягчения ограничительных мер, вызванных пандемией, офлайн-совещание руководства холдинга. Техническими службами компании была организована прямая трансляция с места события для директоров Life is Good. За ходом мероприятия лидеры компании могли наблюдать в личных кабинетах. На повестке дня актуальные вопросы ведения бизнеса, а также планирование и разработка дорожной карты дальнейшего развития холдинга. В работе совещания принял участие президент Life is Good Роман Василенко. В июле продолжился устойчивый рост бизнеса Life is Good. По итогам месяца деловые показатели превысили исторические июньские достижения. Таким образом, был зафиксирован новый рекорд по товарообороту. На этом у нас вся информация. Для вас работала служба новостей Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!